Эльвина Назипова, магистр первого курса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Именно ей выпала честь представлять Татарстан на первом в истории международном конкурсе «Татарочка-2016», который прошел в Челябинске. Корона победительницы и главный приз автомобиль ушли в Уфу, а вот Эльвина удостоилась победы в номинации «Мисс совершенство» и получила специальный приз за совершенное знание татарского языка. Это для меня очень большая победа, потому что совершенство, это по-татарски будет «комиль кыз», это берет на себя все качества татарской девушки, я думаю. Девушка считает, что главное качество идеальной татарки – это скромность, трудолюбие и знание родного языка и традиций своего народа. Сама Эльвина ведет активную общественную и культурную жизнь и своим признанием считает преподавание. Сразу после возвращения в Казань она продолжила работу учителем в 27-й гимназии. Моя деятельность – это работа с детьми, учить их к своему родному языку. И вот этот конкурс «Татарказа», оно дало мне много опыта, и сейчас я думаю, что могу с этим опытом поделиться со своими учениками. Это достижение, безусловно, не единственное в жизни Эльвины. И, как считает девушка, большую роль в ее становлении сыграл Казанский федеральный университет. Я горжусь, что родилась в Татарстане, что училась и учусь в Казанском федеральном университете, потому что этот университет полностью дал мне много-много возможностей показать себя с многих сторон. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.